Знаете, я думаю, что что значит ситуация с Евросоюзом Украины? Я не понимаю, как Евросоюз будет тянуть Украину. Это просто makes no sense, как говорится по-английски, да? Я просто не понимаю, как это возможно, потому что Украина это уже 50 миллионов человек, которые сейчас страна находится на грани разрухи. И вытянет ли Евросоюз Украину? Это первый вопрос. Думаю, что нет. Будет ли он ее тянуть? Думаю, что нет. Поэтому Украина находится сейчас в очень тяжелом положении.